по прибытию к месту вызова было установлено, что человек провалился под лед вот здесь. Взяли спасательный круг, веревку, кинули ему и вытащили его таким способом на берег. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии находился потерпевший? Ну, он очень замерз, уже долгое время находился под водой, без сил. Но он находился в сознании? Находился в сознании. А как он пояснил произошедшее? Ну, он никак не пояснил произошедшее. Он был в коньках и, следовательно, катался и провалился. Ну и начали оказывать помощь в согреве, раздели его, укутали одеялом, дождались карет скорой помощи и отдали медслужбам. Ну вот, когда прибыли, как вообще мужчина себя чувствовал? Звал ли он на помощь? Звал на помощь, погружен был под воду, только руки держался из последних сил за льдину и просил о помощи.